Кызылординские полицейские спасли двоих детей из пожара. Они вовремя заметили клубы дыма в доме на пятом этаже. Не теряя ни секунды, инспектор Бауржан Нуржанов и его сослуживец Валихан Исмаилов проникли в задымленную квартиру и вынесли малышей. Это уже второй случай, когда бдительные стражи порядка спасают человеческие жизни. Немногим ранее им удалось вытащить двух девочек из реки Сырдарья. Мы забежали в подъезд и увидели, как из двери квартиры на пятом этаже валит густой дым. Пришлось выламывать дверь. В квартире мы обнаружили двух маленьких детей. Схватив их, вынесли их на улицу. Потом заново вернулись и осмотрели квартиру. Никого больше там не было. Я считаю, что так был обязан поступить каждый. Надо правильно и решительно реагировать в таких ситуациях.